В лицее Николая Лобачевского Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате – Международному женскому дню, который отмечается на территории нашей страны с большим размахом. В начале праздника директор лицея Елена Скобельцина поздравила всех учителей, мам и бабушек с весенним праздником. В нашем лицее сложились добрые традиции. Лицеисты всегда дарят учителям свои замечательные выступления, поздравления, теплые слова и, конечно же, танцы, стихи и песни. Торжественное мероприятие открыли хореографические, вокально-инструментальные группы. Гости мероприятия смогли насладиться уровнем танцевального мастерства профессионалов, окунуться в праздничную атмосферу и получить незабываемые впечатления. Также в преддверии Международного женского дня ученики лицея Николая Лобачевского своими руками создавали поделки и сувениры, например, салфетницы с гравировкой Казанского федерального университета. Это будут салфетницы, которые представляют собой произведение искусства, я уже не боюсь этого слова, это действительно произведение искусства, и у вас будет возможность увидеть это своими глазами на сегодняшнем празднике. Отметим, что праздничное настроение создается усилиями учащихся, сотрудниками, а также руководством лицея Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Виктория Нагина, Александр Кузнецов, Универньюз.